И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Крошка, Окрошка. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы скачали очень классную карту. Это многоуровневая такая прикольная карта Лабиринт. Если вы опять кушаете, приятного аппетита, а вы уже поняли с названия, что я сегодня буду чужим и искать бомбу и взрывать. Облючу очень аккуратно, потому что поставили пацаны очень много ловушек. Вы готовы? Да. 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 Начнем. Готовы мочить дядю Диму. Меня будет очень хорошо на этой карте видно, потому что я черный кусок пятна, а карта очень светлая. Даже не засвечена, так она и есть. У вас тоже она очень яркая? Да. Да. Так, тут не видно даже углы и грани, куда идти. А, зато я вижу, что вы наставили 1 000 000 бомб. Так, они меня уже видят. Блин, скинули выстрелами рядом. Что такое? Так бывает? Да. Серега? Я хоть ранил тебя? Не, только пыль в глаза кинул. А чё там кровь тогда делает? Да не моя кровь, у меня как было 30, так и есть. А вот теперь да. А вот теперь там кровь есть. Так, пацаны ставят спаун внизу. Буду пролетать, чтобы было... О, давайте я вот так... Ой, я активировал одну бомбу. Вы готовы? Еще разок сейчас будет жестче. Сейчас я уже буду обманывать вас. Это было, знаете, как типа танк в лоб иду. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Так, надо теперь быстро постоянно перемещаться, чтобы они меня не увидели. Видите, не могут попасть. Ладно, могут. Попали. Хорошо. Червячка возьму, Джимми. Так, блин, я понял, они меня видят оттуда, с самого верха. Это чекается, получается, вся карта, шо ли? А, блин, они меня везде видят. Ну ты же черный, блин, ты заметный. Да ну блин, а черный я. Хорошо. Получается, мне надо попасть в башню. В башню не могу попасть. Хорошо, сейчас попробую все-таки в башню попасть. Видите, Димаса сразу полите по нему. Я попробую как-то пробежать очень... О, вот с этой стороны. Так, 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 так. Отлично, вот это то место, когда мне плохо видно. Ладно. Ну подожди. Ну, Серега, ну подожди. Ну мочите. Блин, классный режим мы придумали. Всегда в голове 1 000 000 идей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, потому что ролики выходят каждый день и придумываем очень крутые режимы. Сам не знал, что столько есть идей. Ну подожди, давайте так, вот вы меня видите, да? Вот видите, да? Теперь не видим. Где он? Все, а теперь как-то надо нычку, шо ли. А, так вы простреливаете все мне тут в голове. Так у тебя головы нет. Так я все. Я это и есть большая голова. Ого. Так, подождите, надо. Я вижу тебя, ты, блин. А как ты? А как по-другому играть, если ты меня мочишь постоянно? Класс. Ну как-нибудь. Блин, дерьмо упало. Я потерял его из виду. Просто изи. Хорошо, давайте просто для эксперимента поактивирую их ловушки. Он чужого взял. Я активирую ваши ловушки все. Мочите его. Я застрял в этой кабаке. Какой? Пролечу чуть-чуть. О, бомбы активируем все, чтобы я мог потом наизично пройти. Где он? Подо мной. Я под... Отлично. Вон он. Только что прошелся. В этом... Он в этот зашел. Круг, что ли, этот? Да. Он в башню зашел. Нет. Да, я не в башне. Ты в башне. Да нет. Кстати, у меня осталось 400 жизней. Вы мне так много вынесли очень. Пощадите. Где? Башня внутри. Ого. Прикольно было. Кишки из жопы выпустил. Отлично. Стоп, он здесь уже? Да. Я вижу пулемет. Он в башне.
Я где Фишман, где он? Где он тебя убивает? Он... Отлично. Это, этом этаже, он до меня дотянулся как-то. А где? Да я тебя съем. Он здесь, он здесь. Он из решетки, он уже там, наверху. Он в этом, он в... Я сейчас буду Серегу мочить, я хочу Серегу выследить и замочить. Он будет сейчас по вентиляции. Серега, а какая бомба вообще по внешнему виду? Ну, я не знаю, Димас, тут их, ну, разбросано несколько. Такая коричневато-темная, может быть синяя. А, я вижу ее, я эту бомбу увидел. Где ты ее увидел? Да ты падла, ну как тебе... Я так хотел тебя сожрать так сильно, ты даже не представляешь. Да ты выделяешься на этой карте, а она светлая, ты черный, как это. Блин. Негра дома. Хорошо. Я, Серега, тебя убью все равно. Я это как-то сделаю. Я не знаю, как. Где он? На втором. Отлично получается, мне нравится. Получай, кабаку. Я в башне, поднимаюсь к вам. Я его хвост через текстурки видел. Он на ниже этаже. Так, подожди, а как мне к вам подняться? Только через башню получается? Да. А, здесь так продумано, что я не могу просто в наглую. Тихо, кровь. Тихо, не стрелять, не стрелять. А, они меня слушают. Под башню. Такая тишина. Сейчас... Все слушают, где же я? Где же Димка? Мне кажется, он в вентиляции. Да. Я упал. Ай, он меня съел. Отлично. Он ты башня, очень... он башня, он ты очень наверху. Вкусный. А. Да, Серега, отвали ты от меня с этим говном. Это реально угар, это жестко вы меня мочите. Я думал, будет как-то полегче, думаю, сейчас я как-то считаю немножко. Независимо, могу я вентиляцию ныкать или нет, мне не везет как-то в этот раз. Бомбу надо взорвать. С тобой, Серега, не получается. Так, где это? А, вот она. Где? А как эта бомба выглядит? Ну, я тебе дал пару намеков, Дима. Наверху! Он у меня был. Вот дерьмо, не успеваю даже в вентиляцию залезть. Я даже никак не могу как-то. Так, Серега... Ну, никак. Ну, а как сделать, чтобы смочь? Ну, не смоги, Димас, ну, не смоги. Во-первых, смотри, какая фишка. Бомбу никак нема. Никак не взорвать. Карта светится, все у всех на виду, Дима. Я вижу, вот бомба. Как бочка, бочка синяя. Сейчас я ее взорву. Синяя бочка, синяя бочка. Бомбе! Меня! Это тоже не бомба, что ли? Я обманки поставил. Да ты задрал, как эту бомбу узнать? Ну ты узнай. Да как? Ну так. Димас, выходи. Я не понимаю, как бомбу найти. Ну ты пойми, где найдешь. Так, эти собаки это что за? Это пулеметы, это флага. Это. Ну эта штука не взрывается. Это бочка вонючая. Ну вот смотри, вот это что, бочки? Это не то. Nice. Осталось 70 хп, но вы мочите что ли? Еще чуть-чуть. Ай, вы что по мне стреляете? Отлично, мочите Серегу. Серега, давай хоть какую-то еще подсказку. Это тоже было... Снеговик, красава. Это тоже было, да, не то? Это фейковая.
Ну, Серега, ну узнай, ну подскажи, пожалуйста. Ну так нечестно. Ну как я узнаю, где бомба? Ну, я вижу коробки. Так. Ну вот тебе подсказка, короб. А, она в коробках? Рядом с коробками. Ура! Наконец-то я ее нашел. Дерьмо вонючая. Я ее увидел. Я вижу ее. Вот она, маленькая моя. Мочить его! Не меня. Блин, я упал. Чужой упал и разбился, ну ж дерьмо. Чужие такие. И все сразу там. Вот смотри, вот как взорвать, если вы так сильно-пресильно охраняете. Так, давай отсюда попробуем. Что, видно и так, что ли? Где он? Я его не вижу. Он в башне. Башня. Он полез. Вентиляцию в башню. Мочите! Она не активируется! Это фейковая бомба, я ты дурил! Ах ты конченый, я поверил. Вот смотри ты. Да как узнать, где настоящая? Блин, ну это такой вот, это троллинг высшего левела. Как узнать? Блин, отвечаю, так сильно нажал. Прям не смог аж. Я поставил просто баночку газировки. А может бомбы нет на самом деле? Ты меня дуришь? Есть бомба. Ладно, давай скажи напрямую, где она находится. Я вот буду знать, где она, и попробую взорвать уже, когда я знаю, где она. Ладно, вот здесь она находится. Ты где? Я вижу тебя, я вижу. Вот, я прыгаю здесь. Так она невидимая, что ли? Нет, за ящиками. Я злой очень сильно, блин. И ушел в вентиляцию. Тихо, ждите, он сейчас в вентиляции может выйти. Тихо. Он активировал! Это Фисмен, блин. Это был я. Блин, а когда в невидимости могу бомбы активировать? Да что за лаги? Так, как бы мне ее взорвать теперь, эту вонючую бомбу? Надо пострелять в нее. Точно, пацаны. Сейчас я сделаю так, чтобы вы в нее постреляли. Так, не стреляй в ту сторону. Не стрелять в бомбу. Не стрелять в бомбу. Стрелять в Димаса только. Хорошо. Ну так нечестно. Честно, почему? Нет. Нет. Да. Где он бегает? Он где-то бегает. Я слышу. Я тоже слышу его звуки. Залез! Залез в вентиляцию. Сейчас вылазить будет. Ребят, держитесь друг от друга на расстоянии. Чтоб не съел вас всех подряд. Бегает. Где? Я слышу, что где-то бегает. Под Блин. Нами, может, он? Он под нами бегает? Да. Да блин, я падаю и все. А, он залезть пытается к бомбе, у него. Ну да. Дерьмо есть! Мочи, блин! Хорошо, я разозлился очень сильно. Я не могу уже сильнее злиться, чем сейчас. Это максимум. Блин, так бомбу классно заныкла, я не могу найти просто. Ты серьезно? Ты ее активировал уже. Но не взорвал еще. Так, пацаны. Ну это все. Это бан. Ты понимаешь? Это бен. Так, абака. Так. Не дадим Димасу взорвать бомбу. Он бомбу поставил. Мать, где? Где? Свою, что ли? Мочите его. Где он? Прыгайте все вниз. Класс. Вентиляцию ушел, вентиляцию. Стоять! Отлично! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Ты сейчас...